Здравствуй вновь. Ты пожалеешь, что сюда пришел. Здесь давно обновлен статус-кво. Прогресс не ждет, отныне каждый дом к сети подключен. Новости часа. Был замечен неудачник, долговязый и несуразный. Спустя 7 лет после пропажи кто-нибудь по нему скучал, так ли он важен? Далее в нашей программе. Что ж, радиодемон вернулся в город. Разве был на это повод? Волноваться ли жителям снова? Не переживайте, все под контролем. Он лох антикварный, я вовсе не бунтарь, но этот лох бежит как заяц. Нет, мои пасы вернее, это догма. Решайте скорее, клевый дисплей или кровь из ушей. Зачем вам этот маргинал? Чтоб не сказал, полнейший кал. Он так отлично отдыхал, здесь его никто не ждал. Устарело радио, мир погорело видео. Краснокнижным оказался этот стейк. Без него от ККДМ, где он был, да похер всем. Добрый вечер, вы соскучились по мне? Пора вывернуть опять изящный формат, чтоб насладился весь атомный восторг. Твой динамик стоп. Зато в голове не хлам от массы посредственных программ. Фихня. Нашел, кстати, жим, за рейтинг дрожит. Вертится, как флюгер на напрасной потуге. Всегда ему новинок мало. Мы созидаем завтра, он останется в аналог. Хоть что-то может Фокс один, не опираясь на других. Самый слабый из троих великих вин. Ой, ски. Вот еще вам на финал. Он меня в команду звал. Стоять! И теперь искрит, ведь я им отказал. Ну все, старый хрен, тебя ждет боль и тлен. О-о-о, неисправная модель. Тебе везет. Кажется, трансляции конец. Пожалеешь, что я вновь пришел. Все всерьез, так легко. Я опущу ваш статус-кво на дно.